Я всегда с теплотой вспоминаю наши встречи, переговоры, когда я вот опрямился. Вы всегда оказывали, я всегда чувствовал вашу поддержку. И вас в Кыргызстане знают как настоящего друга, который внес значительный вклад в укрепление нашей дружбы, стратегического противостояния. И мы считаем вас очень близким другом. И вы всегда особенно относитесь к Кыргызстану. Недавно был визит государственного Путина, который тоже прошел успешно, даже сверх нашим ожиданиям. И рад, что вы приехали к нам. Уважаемый Сарандаш Шарипович, я тоже очень рад нашей встрече. Рад возможности вновь посетить Кыргызстан и не просто столицу или какой-то другой населенный пункт, а именно, как вы справедливо сказали, жемчужину, то есть Сокуль. Я здесь бывал, но каждый раз, конечно, всегда поражаюсь красоте этого места. Здесь хорошие условия для того, чтобы обсудить наши двусторонние отношения, ну и в то же время провести вот эту встречу глав правительств, межправсовет, государств, входящих в Евразийский союз. Вот. У нас действительно очень хорошие, продвинутые отношения. Мы советуемся по самым разным вопросам. По мере возможности, вы сказали уже, мы действительно стараемся оказывать помощь и поддержку нашему другу и партнеру Республики Кыргызстан. Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом. Хочу вам передать привет от Владимира Владимировича Путина. Перед поездкой сюда мы как раз обсуждали наши отношения и целый ряд других вопросов. Вот. Но я уверен, что и сегодняшние встречи внесут свой вклад в копилку развития всестороннего партнерства между нашими странами. Почтовых марок завершена. Thank you.
Thank you.